Сьогоднішня масована атака по території України. Що ви можете сказати про тактику удару росіян? Як вона змінилася чи не змінилася? Що відбувається? Дневные удары, то есть они ушли от атак ночных как раз под задачу террористическую. То есть дневные удары, прекрасно россияне понимают, что именно в это время суток максимальное разрушение, которое могут принести большое количество жертв. Потому и была нанесена эта атака именно сегодня, причем как раз во время в нахождении с визитом голубя мира Орбана в Китае. То есть, скорее всего, она приурочена как террористическая атака к выполнению требований, которые Путин уже неоднократно озвучивал в выходе вооруженных сил Украины с территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крымской областей, подсвеченная, завернутая, так сказать, в такую интересную обложку под названием «Справедливый мир». Причем перехват называется инициативы у наших великих героев, которые разбираются в этом в мире, они специалисты большие. Потому вот Путин и его перехватил и отправил Орбана с этой веткой этого голубя мира, отправил и подсветил, естественно, террористическими ударами. Сегодняшние удары дневные были не в чистом виде геноцидные, под геноцидную задачу именно террористических требований. Это называется подсветить требования и убить заложника для того, чтобы там, допустим, военно-политическое руководство наше или наших партнеров приняло правильное относительно российского видения развития событий решение. Чи можна сказати, що ось цей удар, який видно на відео, яке розповсюджується зараз мережею, що він є прицільним? Я маю на увазі дитячу лікарню «Охмадит». Однозначно, исходя из траектории захода ракеты «ХАС», то первое делает горку перед ударом. Горка при заходе ракеты идет под углом где-то 60 градусов, выходит на цель, естественно, с доворотом, ну, там плюс-минус несколько градусов. И видно, что заход на цель был планирован, так называемый спланированный штатное выполнение боевой задачи. Потому здесь вообще никаких сомнений не может быть о том, что именно больница была, Ахмадет была целью этой, непосредственно этой ракеты. Потому это еще раз подтверждает о том, что это в чистом виде террористический акт, террористическая атака под геноцидную задачу, опять же, под задачу капитуляции. То есть попытаться переломить ситуацию в свою сторону, как это было в свое время, если вы помните, при заключении зерновой сделки. Тогда, когда происходила зерновая сделка, тогда, когда договаривались в Стамбуле, у Путин выставил определенные условия, и в результате террористической атаки ударили днем по Виннице, тогда погибло очень много гражданских, детки наши. И вот в таком же самом режиме сейчас и эта атака прошла сегодня. Але ж ми бачимо, що росіяни вдарили, от вони б'ють, якщо вони раніше били по цивільних, то зараз вони взялися бити по дітях, тому що окрім лікарні «Ахмадит», куди влучили окупанти, в столиці також поцілили і в пологовий будинок. Оця терористична тактика зараз має ось таку направленість, як ви думаєте, чи це суто, скажімо, якісь промахи росіян, чи навпаки сплановано конкретно по дітях вдарити? Яка ваша думка? Основная задача – нанести максимальный урон, и бьют, естественно, места компактного нахождения населения. Удар по гражданским, естественно, для того, чтобы вызвать максимальное воздействие, то есть бьют именно по детям, там, где будут находиться на данный момент дети, в роддоме и в Ахмадете. То есть это и был выбор россиян, у них и задача такая стояла – нажать максимально как раз на такую клавишу. Естественно, детская судьба для всего мира, для нас в том числе, она одна из основных. То есть мы прекрасно понимаем, что это значит и почему россияне именно на это надавили. Это, еще раз повторюсь, террор в чистом виде. То есть тогда, когда террорист убивает заложника, добиваясь решения своей проблемы, своего запроса,
он делает это максимально эффективно. То есть вот выбраны цели были для максимального эффекта. Причем сейчас вот для Путина очень важно, чтобы этот как раз эффект был, чтобы этот эффект был достигнут, для того, для ему важно, чтобы о нем знал сейчас весь мир. Чем больше, тем лучше. Он уже, кстати, не стесняется абсолютно, понимая, что при этой администрации, которая сейчас в Белом доме пытается там перезагрузиться еще раз в этом году, ему никто ничего не сделает. Але ж тим не менше, ми бачимо реакцію міжнародної спільноти, зокрема, сьогодні високопосадовець з Нідерландів сказав, що це спонукає його ще більше, міністр оборони країни сказав, що його ще більше спонукає це надавати підтримку Україні. Так само відреагували Сполучені Штати, відреагували ФРН. Тобто ми розуміємо, що такі дії Путіна, вони лише спонукають наших партнерів підтримувати Україну ще більше. І яких рішень в такому випадку можна чекати на саміті НАТО, який буде зовсім скоро, на вашу думку? Для того, щоб підтримати Україну, нам треба нашим партнерам признати государство Російської Федерації государством-спонсором тероризму і ввести вторичні санкції на будь-які контакти з цим государством. Но самое интересное при таком действии, действительно, у россиян не останется никакой возможности вести боевые действия, не на чем будет летать, не на чем будет производить технику, нечего будет платить российским солдатам, потому что в основном все они контрактники. Так дело в том, что такого рода действия ударит по вторичными санкциями, ударит по тем же, по тем, кто будет эти санкции вводить, включая, кстати, и по нам. Мы также прокачиваем российский газ, мы также прокачиваем российскую нефть, дизель и пытаемся сейчас восстановить трубу. Ну, выделили под 170 миллионов аммиачную, которая будет качать аммиак с Тольятти через, кстати, Валуйки, Купянск на Одессу, на Одесский припортовый завод. То есть эти все механизмы, они простые, понятные, они самые действенные. То есть признание Российской Федерации спонсором терроризма. Но еще раз повторюсь, ударит же по ним же. От нас до Америки. То есть Индия, Китай, ну, американские компании, европейские компании, то тут же попадут под эти санкции. Почему этого никто делать не будет? То есть об этом можно говорить, как о самой действенном механизме. Но никто этого не сделает, потому что удар по своему карману. И он очень болезненный в этом смысле. И намного проще принудить нас к миру, то есть имеется в виду принудить нас к капитуляции, чем поступиться собственными барышами. И это тоже мы должны понимать прекрасно. А передача нам вооружений, ну, исходя из, допустим, той кампании, которая сейчас ведется, предвыборной кампании, допустим, в европейских государствах, и впереди американская предвыборная кампания, которая вот буквально там послезавтрашнего дня саммита НАТО 75-го в Вашингтоне стартует, да, добавит некоторые проценты, по крайней мере, в электоральных предпочтениях, но не более того. А значит, никто сильно вкладываться не будет в эти процессы. То есть, скорее всего, те моменты, которые уже были озвучены некоторыми руководителями, они в ближайшее время переозвучатся чуть выше руководителями, будут поданы как великое достижение, еще раз повторюсь, не более того. Оптимальный вариант – это признание России спонсором терроризма, введение вторичных санкций, для того, чтобы остановить эту мясорубку, которую россияне развязали в европейской стране. От окрім санкцій, на вашу думку, все ж таки СБУ сьогодні сказали, що вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і і звичаїв війни. І що ці терористичні атаки, їх здійснюють конкретні люди. От яким чином конкретні ці злочинці можуть відповісти? Як їх притягнути до відповідальності, на вашу думку? Ни одно уголовное дело не приведет к остановке этих атак. Ни одно. Это только тотальное уничтожение участников этих террористических операций. То есть, но тотальное уничтожение, это имеется в виду всех участников. Там градировать по действиям, кто принимал, то есть, кто давал команду, кто принимал решение, кто передавал эту команду, кто подготавливал ракету, или кто подготавливал летчиков, или кто поднимал самолет, это все вторично уже.
так как вся эта российская структура, она ответственна за эти террористические атаки. А это как минимум полумиллионная армия российская, которая сейчас на нашей территории находится и проводит геноцидные действия и террористические. Это еще примерно столько же количества российских систем и участников действий, которые находятся на российской территории, но также участвуют, начиная от производства тех же ракет, заправки самолета авиационным керосином, ну и так далее и тому подобное. То есть это около под миллион россиян, которые непосредственно участвуют в террористических атаках, являясь именно террористами. Их надо объявлять террористами. То есть российскую армию и все причастные к этим делам структуры объявлять террористическими организациями и начать заниматься ликвидацией. Другого варианта просто нет. Вы представьте себе миллион уголовных дел. Сколько человека-часов надо? Миллиард человека-часов? Это просто нереально. Это из области фантастики называется. Поэтому надо фиксировать эти случаи, объяснять нашим партнерам, почему у нас механизм не дознания должен быть запущен, а механизм уничтожения террористов. Зачем террористов допрашивать или, там, допустим, выяснять какие-то детали проведения террористической операции, если они уже и так террористы, для того, чтобы не дать возможности погибнуть еще нашим людям, их надо просто уничтожать. Механизмы уничтожения, ну, спецслужбы есть свои, они специфически, они их должны запускать. У вооруженных сил Украины свои механизмы уничтожения, они их уже запустили, то есть выполняется эта задача. Ну и все привлеченные к такому рода задачам должны просто оплачиваться более-менее серьезно для того, чтобы они тоже включились в механизм уничтожения. Варианта другого просто нет. Иначе это как раковая опухоль. Оставьте хоть одного террориста, он потом размножится и опять обрастет на определенным. Естественно, эта опухоль начнет давить уже на здоровые ткани. Потому полное уничтожение до самого последнего российского террориста. Давайте поговоримо про двосторонню безпекову угоду, яку сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський та Дональд Туск. Як ви її розцінюєте? Зокрема, от там вказано про можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни Польщею, тих, які будуть летіти в бік Польщі. Чи означає це, що польські літаки, вони частково захищатимуть наше небо? Ну и самолеты, и зенитно-ракетные комплексы, РТВ, радиотехнические войска. То есть это целый комплекс мероприятий, которые, если будет принято решение, то рубеж перехвата российских ракет, он просто сдвинется с границы польско-украинской, допустим, вглубь украинской территории. То есть и это как раз, то есть насколько, на какую глубину будет сдвинута эта граница на украинскую территорию, именно на такую глубину и будут выполнять боевые действия те средства поражения, которые будут задействованы для выполнения этих действий. Это либо это зенитно-ракетные комплексы, это авиация польская, это летающие радары, которые могут видеть там на 800 километров ДРЛО, которые висят постоянно, это натовские системы. И РТВ тоже натовская, то есть радиотехнические войска, которые определяют по разным, по сигнатурам, по отраженному сигналу, определяют сами летательные аппараты российские и определяют угрозу для, допустим, украинской или польской территории. Естественно, определяют место их уничтожения, потому что над городами уничтожать ракеты приведет к тому же падению, и здесь уже надо осторожно подходить. Но все эти моменты, они прорабатываются военно-воздушными силами или ПВО двух стран. Я думаю, как раз именно вот эти моменты будут сейчас лежать основополагающими в этом договоре. Он закрытый, то есть он будет секретный, это очень правильно и грамотно, то есть закрываются такие моменты, но они там будут прописаны рубежи передачи управления, рубежи, допустим, перехвата ответственности одной и другой ПВО стран участников. И эти процессы довольно-таки быстро можно запустить. Буквально, ну, чуть ли не на следующий день после подписания для того, чтобы сдвинуть этот рубеж перехвата восточнее польской границы. А для этого надо просто согласование тех структур, которые удерживают, допустим, в рубежи. И все, это противовоздушная оборона.
Причем такие действия освободят достаточное количество зенитно-ракетных комплексов. Ну, вот если на глубину там 100 километров, несколько десятков зенитно-ракетных комплексов наших, которые сейчас эту полосу прикрывают, они будут освобождены и переброшены восточнее, увеличив плотность зенитно-ракетных комплексов, увеличив плотность противовоздушной обороны. И мы сможем уже больше сбивать целей противника, причем до такой степени, что они могут даже не долетать до этой 100-километровой зоны. То есть вот очень такой интересный эффект выдавливания получается ЗРК на восток, который даст возможность, да еще больше прикроет западную часть нашей страны, и даже польским ПВО, польским ВВС не надо будет и участвовать.